Всем привет, с вами Саш Тюнк, это прохождение Car Mechanic Simulator 2015, седьмая серия. В общем-то, сегодня мы опять начнем ремонтировать машины, по три машины на серию. В принципе, давайте возьмем Royale Crown и Katagiri Katsumoto. Вот тут поменять фильтры, а тут плохо работают тормоза. Я, в общем-то, узнал еще одну фишечку. Это то, что машины-то на самом деле у меня, когда загружаются, съемка приостанавливается. Вот. Да, давайте вот это еще получим. Так, вот она. Катсумото. Правый подъемник. Так, тут у нас с тобой воздушный, масляный, топливный. Так, понятно, с тобой гидравлический АБС, тормозной суппорт, тормозные колодки. Давайте сразу же тут топливный фильтр снимем. А вот воздушный с этой стороны. Снимаем воздушный фильтр. Так. Все снимаем, поднимаем, а тут пока что снимаем гидравлический блок АБС. Вот он, блок управления. Все отлично. Так, дальше что у нас? Тормозной суппорт, тормозные колодки. Тормозной суппорт на каком колесе? Сейчас все узнаем. Давайте пока что снимем фильтр. 4%. Так, двигатель работает неровно. Трудно держать машину под контролем. Давайте, в принципе, возьмем вот эту. Более-менее сложная. То оставим на следующий. Так, то оставим на следующую серию, пусть будет у нас еще тут. Ну, давайте сразу берем фильтры из запчастей. Так, воздушный фильтр, масляный фильтр и топливный фильтр. И также АБС, гидравлический блок. В принципе, все. Давайте ставим тогда. Вот с этой машиной заканчиваем. В принципе, давай, пусть она. А вот у этой ищем, что с ней. С. А и тогда пусть будет H. Так вот, ищем, где у нас проблемы с тормозами. Вот в этом колесе вижу проблема. И в этом. То есть тут у нас два колеса, да, получается? Тут точно проблема. Да, ну все тогда. Что ж. Снимаем вот это колесо. Так, в чем же тут проблема у нас? Тормозные колодки. Ну ладно, меняем. Все, ладно, снимаем суппорт. Меняем колодки. И спереди вот это, да, колесо. Ну и снимаем его. Тут суппорт. Знаешь, суппорт и колодки еще покупать надо. Так, давайте вот эту тачку соберем, чтобы она тут стояла готовая уже отдать, чтобы ее. Так, не туда нажался еще. Так, ну блин, давай нажимайся пружина.
Еще. Так, ну все, в принципе. А, нет, наврал. Ой. Вот топливный фильтр. И давай, до свидания. Ты уезжай на правый. А, стоп, вот так. Так, колодки и суппорт. Ходовая. Тормоза. Тормозная колодка, суппорт. Все отлично. Ставим суппорт. Тут колесо. Ставим колесо. Думаю, продлить серии, чтоб там машин по 4 просто. Хотя нет, нормально. Либо же снимать по 4 серии. Потому что сезон уже подходит к концу, а вышло всего лишь 9 серий и выйдет немного. Поэтому вот не знаю даже, что и делать. Ну, вот с этой машиной там мы повозимся, тут неровный двигатель, катушка, топливный насос. Ну, в принципе, да, топливный насос. Насос топливный у нас под тачки, давайте его сразу же возьмем. Пока тут АБС ставим. Вот гидравлический блок и блок управления. Так, отлично. С этой тачкой тоже все. Уезжает. Пока. Так, заработали немножко кэшем. Немножко опытом. И здесь у нас тут. Так, стоп. Вот так вот. Давай, выкручиваем его. Так, топливный насос надо. Давайте там снизу тоже все посмотрим, что нам надо. Так, значит, катушка зажигания, топливный насос, воздушный фильтр, масляный фильтр. Ну, короче, все фильтры и катушка зажигания. Так, давайте. Снизу забыл фильтр снять. Вот эта катушка. Так, да, то есть все, да? Так, катушка. Сейчас мы тогда все сделаем. Пусть она пока поднимается, мы сходим, купим все. Для начала фильтр. А, так, этот топливный. Катушка. Катушка. И насос. Топливный. Отлично. Ну все тогда, все устанавливаем. Сейчас тормозим. Так, сначала фильтр поменяем. Окей, и насосик поставим. Все, да. Отпускайся. Ну давайте, да, не, катушку-то я купил, я забыл просто. Так, катушка. Топливный фильтр. Ну давайте засунем воздушный фильтр. Вот это, ну эти. Пружинки. Думал то, что потяжелее будет. Не очень тяжело. Все. Ну что ж, не знаю, как получилось по длине эта серия. Ну, в общем-то, на этом мы заканчиваем.
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Саша Тюнинг, прохождение Car Mechanic Simulator 2015, седьмая часть. Всем пока.